Фестиваль «Мамандах Фест» для выпускников школ прошел в Павлодаре. Студенты технических колледжей представили лучшие изобретения, которые в будущем, возможно, станут их собственным бизнесом. На площадке форума развернулся настоящий инкубатор бизнес-идей. И авторы стартапов с удовольствием рассказывали о преимуществах своих проектов. Фестиваль «Мамандах Фест» – прекрасная возможность показать свои изобретательские способности. Студенты демонстрируют свои достижения в робототехнике, креативные идеи в области IT-технологий, а также умение рационализировать привычные вещи. Это оконная рама с добавлением люминофора. Получается, днем она как бы заряжается светом и ночью дает свечение, начинает светиться. Это как выгодно для... не потребляет электроэнергию, а также это выглядит красиво. Это можно, например, использовать в каких-то дошкольных учреждениях, например, в детских садах. Актуальную проблему загрязнения окружающей среды бытовым мусором студенты предлагают решить практично. Они придумали способ производить тротуарную брусчатку с использованием пластиковых отходов. Мы перерабатываем до полтонны пластиковых отходов в сутки. Тем самым мы защищаем нашу экологию, то, что мы перерабатываем пластик и очищаем наш мир от загрязнения. Качество у нас очень хорошее из-за того, что пластик, как мы знаем, он не поддается коррозии. И наш продукт продержится от 10 до 15 лет. В числе инновационных идей полезные для здоровья продукты. Будущие технологи молочной промышленности предлагают собственные рецепты. Лучшие стартап-проекты, возможно, заметят спонсоры. Все знаем, что сыворотка очень полезная. Мы решили ее обогатить обезжиренным молоком и коллагеном. Коллаген со вкусом манго. Рецептуру я разрабатывала сама. Хочу получить патент на этот продукт. Мы пригласили социальных партнеров, более 80 социальных партнеров, которые могут быть инвесторами для данных студентов колледжей, которые в дальнейшем могут реализовать свои стартап-проекты уже на рынке. На площадке форума развернулась масштабная профориентационная работа. Организаторы надеются, что выпускники школ отдадут предпочтение профессионально-техническому образованию. Ербул Абишев, Марат Игликов из Павлодара, 24 КИЗ.